Я помню те 90-е. Вы просили навести порядок. Я вам его навел. Позволю сломать свою страну. У меня сегодня много сторонников. Это не только люди в погонах, хотя они просто красавцы. Они всем показали, что они не зря едят хлеб. Даже с тем, что я же и главнокомандующий этими людьми, я ставлю цели, иду к ним вместе со своим народом. Моя цель — жить ради своей страны, ради вас, вместе с вами, созидать наше общее благополучие, наш белорусский добробыт. Беларусь – страна будущего. Вы – представители белорусского народа. Вы пишете историю в своей жизни. И надо сделать так, чтобы история каждого из нас, история каждой жизни, находящихся здесь и за пределами этого здания, стала частью истории нашей красивой, уютной страны. И запомните, мы ее должны беречь и никому не отдавать, потому что любимую не отдают.